Ребята, ну перед началом видео давайте, конечно, влепим лайк. Огроменный такой лак. Напишем комментарий под видео. И подпишемся на мой канал, конечно же. Приятного вам просмотра. И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Нетро. И сегодня, как вы поняли по названию ролика, это вопрос-ответ. Сейчас я буду отвечать на те вопросы, которые мне задали в комментариях. Первый вопрос спрашивает Бобкин. Как заработал деньги? Ну, как? Я их не зарабатывал. У меня нет сейчас денег, я бедный. Есть девушка. Девушка есть. Она живет в моем городе. Мы с ней встречаемся, понятное дело. Она еще в мою школу ходит. Когда спалишь лицо? Пока не знаю, об этом не думал. Ну, пока я его палить не собираюсь. Лайм спрашивает. Как относишься к Диме? Чтобы вы понимали, Дима это вот этот вот человек. Он говорит очевидные вещи. Он вообще какой-то глупый. И писать не умеет. Ну, в общем, мне постоянно хочется его забанить или выгнать с нашей Дарклином группы. Любишь пиццу? Так а кто ее не любит? Кем будешь работать в будущем? Ну, я собираюсь поступать на повара, чтобы потом пойти работать где-то в ресторане или в кафе. Какое место Лэм занимает по актерству среди всех актеров? Ну, пока я не знаю, так как Лэм и остальные актеры еще не снимались в каких-то сериалах. Поэтому пока не могу сказать. Вайтер спрашивает. Хочешь снимать с Дарклином? Ну, понятное дело. Я его друг, и он мой друг, поэтому я с удовольствием буду с ним продолжать снимать. Кого ты считаешь лучшим PvP-шером на мечах на новом сервере? Я даже не знаю. Я не знаю, кто лучше дерется на мечах. Я знаю, кто лучше с лука стреляет, это, конечно же, я. А потом на втором месте Фокзим, конечно, или Лондер. В общем, пока не знаю. Ну, на мечах я пока не знаю. Любишь ли ты играть с подписчиками? Конечно, люблю. Я их зову иногда, и мы идем играть. Конечно же, люблю играть с подписчиками. Добрый Арис спрашивает. У кого покупаешь рекламу? Ну, уже ни у кого, так как у меня нету, как бы сказать, денег. У меня нету денег, чтобы покупать рекламу. Участвуешь в конкурсах ютуберов? Ну, участвовал, но я понял, что это бессмысленно. Так как я не выиграю там. Будут ли конкурсы на рекламу от таких ютуберов, как Агера, Тумка и так далее? Да, наверное, нет. Будут ли туториалы на канале? Ну, кому нужны туториалы на канале? Ну, я не знаю. Если вы хотите туториалы, я могу их заснять. Напишите в комментариях, хотите ли вы туториалы, чтобы были на канале какие-то. Что ты выберешь? Миллион подписчиков и плохой актив? Или 100 тысяч подписчиков и лучший актив? Конечно же, 100 тысяч подписчиков и лучший актив. Зачем мне плохой актив? Знаешь мне? Да, знаю тебя. The Craftmania спрашивает. Будешь делать маньяка? Ну... Да, наверное, буду. Да, я собираюсь делать маньяка. Вот, посмотрите, вот предыдущая серия, там, где я играл маньяка. И, в общем, можете посмотреть ее. Я хочу сделать типа такого, только чуть по-другому. Как дела? Да плохо, ЗНО на носу. Ну, далеко, конечно, ЗНО еще не скоро, но все равно к нему готовиться надо. А этот карантин мешает готовиться к нему. Будешь делать обзор новых версий Майнкрафта? Нет, я не делаю обзоры версий. Знаешь игры Bendy and the Dark Revival? Ну, Bendy что-то знаю. Ну, такое. Portal 2. Portal 2 слышал игры, но не играл. Half-Life, Dark Deception, нет, таких игр не знаю. Minecraft. Да нет, откуда мне знать Minecraft? Конечно же, я не знаю Minecraft, я в него играю почти каждый день, я не знаю такой игры. Так, Ллойд спрашивает, когда съемки? Ну, наверное, в субботу или воскресенье нового сериала будет. King of the Hell спрашивает. Почему ты называешь себя Нубасик или Нубас? Ну, вообще я не Нубасик и не Нубас. Ну, я не знаю, Дарклин начал меня называть
Так и все начали называть меня нуб, нубасик, нубас, ну и так далее. Но вообще не понимаю, в чем я нуб. Так что, не знаю. Будешь еще снимать сериалы с Дарклином? Ну, понятное дело. Вот новый сериал скоро будем снимать. Это Средневековье. Про там королей и всякого. Все, что происходило в Средневековье. Ну, короче, вы увидите очень интересный сериал. Будет ли продолжение сериала «Деревня призраков»? Не, не будет. Фоксим спрашивает. Ты пил? Ну, да, я каждый день пью воду, чай. Много чего такого пью. И воду, и чай пью, и сок пью. Конечно же. Чем ты занимаешься в свободное время? Играю в Майнкрафт. Ну или в Аманкаксом поиграю. Либо просто по ютубчик посмотрю. Помогаешь родителям? Конечно же помогаю. Red MKBS спрашивает. Сколько лет? 16. 22 января будет 17. Когда сделаешь рум-тур? Ну, никогда. Хочешь создать второй канал, к примеру, реальную жизнь? Если я лица не показываю свое, то, конечно же, не хочу этот второй канал создавать. Зачем он мне нужен? Я тут не могу нормально ролики выпускать, а там еще вообще. Что будет на 1000 подписчиков? Ну, я пока еще думаю. Ну, что-то, надеюсь, разделочное будет на 1000 подписчиков. Хотя. Ну, я пока подумаю. Еще стримы будут, как тогда? Да не знаю. Может, будет. Кофе или чай? Чай. Ламба или гелик? Ламба. Снимешь сериал? Да, сниму сериал. Ты хочешь создать Старком? Мы такой трек можем создать, вообще будет жопа. Да. Какую тачку купишь, когда вырастешь? Я еще не думал. Пока не знаю. Может, пока я еще не начал зарабатывать, пока никакую тачку я не куплю. Matix Gaming спрашивает, когда заснимешь Among Us? Да не знаю, когда подписчики захотят, тогда я сниму. Лондер спрашивает, любимая хавка, если просто хавать, ну, именно там не в ресторанах, не в кафешках всяких, то это борщ с хлебушком белым таким, с батоном. Ну, вообще вкусно. И с чесночком, вообще вкуснятина. А если именно такая в кафе, там, ну, пицца. Гавайская пицца. О. Любимый вид кофе. Честно, я кофе не особо пью, мне как бы его нельзя пить. Почему играешь с крестиком, а не кружком? Да я не помню, мне какой-то чувак, вроде Артём Кагимин, сказал, что можно играть с крестиком. И теперь я играю с крестиком. Вот так вот. Тебе когда-нибудь настолько сбесило, что ты был готов чуть ли с окна не выкинуться? Ну, было такое. Было такое, что меня прям сбесило. Это меня сбесило, когда я все делал. Этот, короче, по истории у нас такая учителька. Короче, делал все по ней все сделал правильно, а она мне на 12 баллов я делал. Она мне шестерку поставила. Мне это так взбесило, я чуть не помер. Хотел ее продушить вообще. Правда, она не была тогда. Ну ладно. Подарок наш это на маме купил. Да, купил это там набор косметики и духи. Самая главная цель в жизни. Работа, семья. Ютуб-канал. Кому бы из нашего сервера мог бы доверить свое имущество? Даже не знаю. Я не знаю. Наверное, никому, так как я вас не видел. Не знаю, какие вы в жизни. Какие в Майнкрафте, какие в Дискорде там знаю. А какие в жизни, я вас не видел никогда. Поэтому... Не знаю. Кем бы ты хотел работать? Ну, я уже отвечал, я хотел бы быть поваром. А то ли какие-то блюда не считаю легких? Ну, да, это там всякие борщи, борщ, суп, картошка, пюре, салаты там, крабовые палочки, салат крабовых палочек, оливье там, типа такого. Расскажи самую стыдную ситуацию из своей жизни. Самая стыдная ситуация...
Ну, было такое, что я, короче, свою вещь куда-то положил. Не помню что, но куда-то я положил свою вещь. Потом на кого-то накричал. А потом вижу, что эта вещь это у меня в комнате лежала. И так стыдно стало сразу, что я накричал просто так. Ну, конечно, потом извинился, но все-таки было очень стыдно, что я сам не заметил эту вещь. Она лежала в моей комнате. Я накричал на человека просто так. Ну что ж, ребятки, на этом наше видео вопрос-ответ подходит к концу. Если оно вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Ну а с вами был Нетро. Всем удачи и всем пока.